Дома что готовите своим мужьям? Дома готовим то, что не дают в столовой, это в основном картошка, наверное. Потому что каши, ну каши всегда, разнообразие, гречка, рис, макароны, это всегда на службе. А дома как бы хочется чего-то того, что не хватает, ну, здесь, на службе. Ну, пюрешки, салаты какие-нибудь разнообразные, там, борщи, ну, также тоже дома готовятся. Девчонки, что на Новый год будете готовить? Расскажите. И что стабильно, стандартно, как всегда, салат оливье, холодец, это 100% должен быть на столе. Потом, ну, бутербродик из красной икрой, это уже, понятное дело, необходимая вещь. Так, картошка какая-нибудь, мясо что-нибудь приготовить, ну, такое. Либо отбивные, либо что-то запечь, допустим, курочку. Это вот такое, самое основное, что должно быть на столе.